примерить форму пожарного, развернуть конфету в боевых перчатках и выучить номер МЧС. Возле театра юного зрителя спасатели сегодня развернули настоящую операцию по подготовке детей и родителей к безопасному Новому году. Не забыли организаторы и про спецтехнику. Мотоцикл, пожарная машина, коленчатый подъемник. И все это можно потрогать и изучить. Разгадывая различные загадки, примеряя форму спасателя пожарного, уже сегодня через игру мы, работники МЧС, можем привить ребенку понимание о том, что такое пожарная безопасность, и, в принципе, повысить уровень культуры безопасности у взрослых, которые сегодня их сопровождают. Скоро Новый год, и будет лед, и дети могут провалиться под лед. И надо знать, как действовать при этом, и как пользоваться пиротехникой. Буквально через полчаса праздник продолжится уже в стенах ТЮЗа. Здесь покажут спектакль «Кошкин дом». Атрибутику для него также предоставила МЧС.